Ассалям алейкум, тохи баракатуху. Завершается наше семейное путешествие в Архыз, Карачаево, Черкесию. Вот наши братья львы, которые с женами, с детьми посетили эти прекрасные уголки природы нашей страны. Ну, по 2-3 слова. Как тебе понравилось, Ильна? Очень классно. Вообще впечатление очень клевое. Отдохнули прям. Альхамдулилля. Ранис, улыбайтесь. Я отдохнул не только душой и телом. Вообще. Неописуемые места, конечно. Эдим, первый раз с нами путешествовал. Да, я первый раз путешествовал. Я очень доволен. Я вспомнил родину. Маша, эти места. И Маша, спасибо вам за такую организацию. Спасибо. Тебе в конце скажем. Что здесь? Давай, посмотрим. Альхамдулилля, каждая поездка уникальная. Каждая поездка авторская. Вот именно я поэтому с удовольствием езжу. Это автор у нас, да? Да. Автор, ага. На все поездки стараюсь сесть. Это очень классно. Заряжаешься. Всем рекомендую. Рахмат. Салам алейкум. Рахмат Аллаха. Красивые места, красивые люди, красивое время. Всем советую. Приват-клуб, АПМРФ, сила. Альхамдулилля. Марсель Марат. Красивые места умножаются еще с красивыми красивые дела. С красивыми людьми. Поэтому я очень рад, что мы с братьями здесь. Давай 2-3 слова. Альхамдулилля, все классно, все супер. И сын дополнит. Камиль, 2-3 слова. И руководитель департамента охоты, рыбалки, туризма, собирания грибов, ягод и всего самого полезного. И горных лыж. Мы сюда ездили зимой, в этом году. Была другая атмосфера. Когда джамаатом, семьей едешь, это совсем другая атмосфера. Участвуйте во всех активностях. С семьями приезжайте. Приглашаю вас зимой. Наши курорты. Альхамдулилля. Вот смотрите, друзья, какая здесь красота. Где мы отдыхали с семьями. Всем салям алейкум.